Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Портрет Люси Перри, жены адмирала Перри, Джон Волостон. Около 1749 года, холст масла 127 на 101. О Джоне Волостоне известно немного. Установлено, что этот художник-англичанин большую часть времени работал в британских колониях Северной Америки. Он побывал в Нью-Йорке, Филадельфии, Вирджинии, Южной Каролине, Вест-Индии. Чрезвычайно плодовитый портретист. Волостон смог за год пребывания в одном штате написать до 60 картин. На его полотнах изображены персоны аристократического происхождения или представители высшего общества, как правило, в элегантных позах, с горделивой осанкой и вежливой улыбкой. Большое внимание мастер уделял передаче роскошных драпировок, шикарной фактуре одежды. Это являлось неким опознавательным знаком высокого социального положения модели. Однако живописца интересовало также богатство духовного мира человека. Несмотря на то, что Волостон специализировался на светских парадных портретах, торжественная официозность на его картинах сочетается с поэтичностью атмосферы. Изображение Люси Перри можно отнести к сентиментальному течению. Об этом свидетельствует идеализация образа и парковый пейзаж, постоянный атрибут такой разновидности портрета. Героиня предстает мечтательно задумчивой, а ее высокий лоб и благородный овал лица говорит о глубоком интеллекте. Девушка изящным движением руки подхватывает подол платья, будто на мгновение отвлекшись на зрителя. Художник во все вносит романтический настрой. Хрупкость Люси он подчеркивает удлиненностью ее фигуры, тонкой талии и белоснежной кожи. Ну вот такое описание к работе Джона Волостона «Портрет Люси Перри, жены адмирала Перри» я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.